Всем привет еще раз. Да, я ж тогда, когда был, тогда снег был. Особо тут не походишь. Не расходишься. А с этой стороны, видишь, и этих нету репейников. Короче, через центральный ход там... Да, вот тут есть дорожка протоптанная сбоку. И через центральный ход хрен пройдешь. Потому что там репейников до хрена. Во, как приятно посмотреть-то. Снега не было, а тут все было в снегу. Так, вот. Тут все было в снегу. Сейчас тоже можно разгуляться. Опа! Ух ты! Что хочешь? Ну, бери, хочешь. Я грибники. Как там? Ариана Гранд. А вон это Агаит. А вон Агара? Да, а вон Агара. Seven Rings. Че, пойдем дальше? Что, не впечатляет? Все-таки есть определенная категория людей, которым нравится это все. Да? Да. Не, ну не только я. Есть еще много кто. А, кстати, там была табличка. Доска объявлений. Я ее хочу, короче, забрать на память. Если она, конечно, там до сих пор лежит и сохранилась. Сейчас пойдем эту табличку искать. Плохая новость. А, вот она. Она была вон там, кстати, лежала. Переместилась сюда. Но я ее заберу. Нафига она тебе? Это память на память. Нифига, потом выкинешь. Нет. Вот она. Ладно, пока пусть тут постоит. На обратном пути я ее заберу. Чтоб тут не таскаться. Надеюсь, ты забудешь? Нет. А я тебе возьму и не напомню. Да я точно не забуду. Я просто в прошлый раз, когда ее откинул, потом видео монтировал, смотрел. Блин, а классная доска. Что я сделал? Пойдем, там тоже еще есть классная. Видон классный. Блин, там снова есть местный Зарин. Меня они пугают. Опа. Осторожно, блин. Ну да уж, Зарин. Ну тут был винокуренный завод. Если тебе это о чем-то говорит, мне это мало о чем говорит. Винокуренный или не винокуренный. Да, вот видишь, там ход, но там через... Короче, через репейники надо проходить. И там вот еще есть одно заброшенное здание. Если ты видела мое видео, смотрела, конечно же. В чем я сильно сомневаюсь. Ты бы видела. Так, ну, в принципе, вы дальше все видели. Зимой со снегом, а сейчас вот без снега. Как все это выглядит. Фу. Не, ну классное, классное место. Обязательно сходите, посмотрите. Ну, съездите, посмотрите. Меня поправили. Не сходите, а съездите, посмотрите. Вот. Пока это еще история, часть истории. Пока она еще цела и сохранилась. Дощечку я забрал.
Кстати, у меня была мысль. Есть же там всякие эти 1000 рублей прячут. И чтоб потом кто-нибудь, кто смотрит видео, нашел. Я думаю, никто не будет находить. Потому что никто не смотрит. Это, ключи-то у тебя. Ну слушай, в этот раз профит. Я колючек не нацеплял. Уже респект. Вот что значит грамотное планирование и правильный маршрут. Ну ладно. Не пали контору. Вообще, на, займись делом. С чего бы это? Фу, ну, Андрей. Я их попал. Нет, отдай. У меня эти руки грязные. Доскаби. Я ее это дома буду снимать. Дома буду ролик снимать какой-нибудь, сидеть. Я обязательно эту доску куда-нибудь повешу, чтобы видно было. Но ее надо будет отмыть, конечно. И подкрасить, возможно. Ладно, побывали летом тут. Вот, побывали летом. Спасибо за внимание.